Международную промышленную выставку «Иннопром» посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, его заинтересовала продукция, представленная на стенде Ульяновской области, которую презентовал губернатор Алексей Русских. Вы знаете, порядка 10 предприятий, свой российский трап сделали. Да. Уникальный материал, таких больше в России никто не выпускает. То есть аварийный, да? Да, аварийный. МС-21. Кажется, мелочь. Все начинается. Ну да. Сделали сиденье. Экономического класса для МС-21. Это под какой самолет? МС-21. Особенно внимательно председатель правительства России осмотрел отечественный пикап Solers ST-8. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ в Ульяновске. Запустить производство этой модели планируют на заводе уже в конце 2024 года. А в целом мы ежегодно на Иннопроме подводим такие промежуточные итоги работы с Ульяновской областью. На сегодняшний день нам профинансировано в вашем регионе 18 проектов на 19 миллиардов рублей и общий бюджет более 40. И я традиционно говорю огромное спасибо руководству области за то, что уделяют особое внимание вопросам развития обрабатывающих отраслей промышленности в регионе. На выставке делегации Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских удалось заключить ряд соглашений о промышленной кооперации и инвестировании в экономику региона. Так, во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в присутствии губернатора Алексея Русских состоялось подписание соглашения между Ульяновским ООО «Медаус» и АО «Промышленная группа Метран». Челябинская область – это вообще крупнейший промышленный регион у нас в стране. Сегодня вот подписали соглашение между нашей компанией «Медаус» и челябинской «Микран». Вот. «Медаус» будет поставлять сенсорные датчики для «Микрана». Я сам был на производстве «Микрана», видел это предприятие. Это уникальнейшее производство, но сенсорные датчики получали из-за рубежа, из недружественных сейчас уже стран. Вот наша компания «Медаус» вполне может импорта заместить. В свою очередь Алексей Текслер отметил, что интерес к ульяновской компании «Медаус» у челябинской компании «Метран» возник давно и не случайно. «Метран» сегодня крупнейший изготовитель измерительных приборов для различных отраслей. И компания очень инновационная. Ну, то есть, если она приобретает эти датчики, значит, можно смело сказать, что они одни из самых лучших не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому такая вот коллаборация, такое взаимодействие, да, я думаю, оно и дальше будет шириться. Кроме того, трехстороннее соглашение подписали губернатор Алексей Русских, генеральный директор ПАЭС Ульяновск Олег Непочатов и генеральный директор АО «Промтех» Валерий Шадрин. Испытательные стенды, которые будут смонтированы в рамках реализации проекта, предназначены для имитации различных высот порога дверей при различных вариантах подлома стоек шасси самолетов МС-21, Ту-214 и Суперджет, Нью и других, а также для проведения проверки на функционирование аварийно-спасательных трапов и систем аварийного приводнения вертолетов. И с подписанием соглашения, которое будет сегодня по центровой сертификации, и по дальнейшему развитию кресельного направления, мы в самое ближайшее время планируем прирасти около 250-300 человек, поэтому наша планка вот такого ближайшего самого короткого времени, мы ориентируемся около 1000 человек работающих. Также Алексей Русских провел переговоры с главой Республики Мариэл, председателем правительства Юрием Зайцевым. Алексей Русских представил коллеге коллективную экспозицию Ульяновской области и познакомил с потенциалом промышленных предприятий. Главы регионов обсудили сотрудничество по направлениям кооперации ряда марийских и ульяновских компаний. Кроме того, было намечено взаимовыгодное взаимодействие в сфере сельского хозяйства, туризма и спорта. Ирина Антонова, Олправда ТВ.